Ну что ж, мы на 36-м уроке, пока 35-й, как вы видите, конвертируется уже, вы его уже, наверное, посмотрели, я пока запишу 36-й. Итак, на этом уроке, на 36-м, ну, давайте остановим сервер, он пока не нужен, мы добавим еще одну аппликацию, и там уже добавим в аппликации новой, мы добавим этот, как его, ну, скажите мне, я вам скажу. HTML файл готовый. Давайте откроем это дело. Мы находимся здесь и создадим новую аппликацию. Называться будет она My Web Page 2. Python Manage Startup My Web Page 2. Как мы уже и решили, да? Единственное, что это создает, в принципе, директорию, да, всего лишь. Вот она появилась, видите, вот она. My Web Page 2. Он создает директорию с файликами. И теперь нам нужно кое-что там редактировать в этих файликах. Да? Ну, прежде всего, как вы помните, заходим в settings главного проекта и добавляем эту аппликацию. Чтобы проект наш знал, что есть такая вообще. Зарегистрируем. MyWebPage 2. И запятая в конце. Сохраняем. И все, settings больше не нужен. URLs. Важный файлик. Это, кстати, уже не надо. И здесь мы добавляем... На какую ссылку мы сработает этот, как его, наш URL, это как его, наша аппликация. Давайте скопирую вот это. Вот вставлю это. Ну, что напишем? Hello World ADVIT, давайте. Название канала. Да. И что мы инклюдим? И мы инклюдим mywebpage2.urls и namespace mywebpage2. Чтобы красиво было, я не знаю, но я люблю вот так вот. О, вот так вот приятнее глазу, по-моему, немножко. Сохраняем все. То есть человек, зайдя на наш сайт и написав /advit, отправится в файл URLs в аппликации MyWebPage 2. Пошли туда. Там ее, кстати, нету, этого файлика вообще. Видите, есть URLs нету. Давайте скопируем этот файлик с нашего MyWebPage 1. Просто он потому что один в один. То есть такой же. Просто я его копирую отсюда. Нажимаю сюда и делаю пасте. Пасте. Да. Бэ-бэм. Вот он. Он точно такой же. Вообще ничего не менять. Что этот файл говорит? Этот файл нам говорит запустить функцию index в файле view. Ну, все. А вот единственное, что нам нужно это немножко это изменить, это вот это дело. Вот здесь. Что показать? Нам нужно написать эту функцию view. А она... чуть-чуть отличается от предыдущей, потому что мы используем рендер вот этот, используем этот, как его, наш готовый файл. Итак, создаем нашу функцию index, принимает request, и здесь, кстати, даже, в принципе, поменьше нужно писать, потому что там мы писали HTML страницу, это как его, строчку, а здесь не надо. Рендер, отрендировать этот request и ссылка на HTML страницу, просто ссылка на HTML страницу, да, template name, видите, он template. Сейчас мы вам объясним, что такое template, где он должен находиться в коренной директории, здесь же, где этот view, сюда HTML вы не ложите, его нужно положить в какую-нибудь директорию. Директория называется template, да, ну и в этой директории template. И нужно создать еще одну директорию, которая будет называться так же, как наша аппликация. My Web Page. Вот так. Ну, давайте назовем ее маленькими буквами. My Web Page 2, да, слэш, кстати, такой, index.html. То есть, открыть вот этот файлик. В принципе, вот что мы хотим. Сохраняем это. Теперь нам нужно этот файлик создать и положить. И, как я говорил, нужно создать страницу в MyWebPage, в этом проекте нашем, ну, в нашей аппликации, создать страничку, создать директорию, которая называется templates. Templates. Это по-русски будет templates, эти, как они, шаблоны, да? Шаблон страницы туда закинуть надо. Да, и сюда шаблоны HTML файлы закидываются в templates, а картинки, если вы хотите, у вас там background, фон, картинку какую-то вводите, закидываются в другую директорию, которая называется static. Static. Статические, ну, всякие штучки. Видите, я создал две директории. Static и template в моем проекте.
теперь в каждой из этих директорий, вот, кстати, я что-то не понял точно нафига, нужно создать директорию с этим, с названием, ну вот этим, My Web Page, короче. My Web Page 2. Этим. Чик. Вот я внутри создал. Сюда мы закинем картинки. Ой, это не надо. И в этом темплете тоже нужно создать директорию, которая точно так же называется. My Web Pages. My Web Page 2. Вот она внутри. То есть, как бы, да, странно так. Я же уже в My Web Page. Зачем еще статически? Значит, все картинки просто здесь. В темплет все картинки. Ну, нужно по правилам еще создать вот такую ерунду. Если вы, допустим, скажете, а если я стиру вот этот One Page, то он пойдет темплет, который относится к своему проекту, а не к этой странице. Он будет здесь искать этот темплет. Уже пробовал. Короче, в общем, следуйте правилам, все будет работать. Ничего страшного. Итак, теперь нам нужно кинуть сюда две картинки. Где-то мои картинки приготовил. Блин. Вот, я есть две картинки приготовил. Background и моя фотка. Давайте их скопируем статически сюда. Пом. О, два файлика уже здесь. Отлично, статически. И теперь нужно HTML-страничку кинуть сюда. Да, HTML-страничку, кстати, надо немножко отредактировать. Вот смотрите, вот моя HTML-страничка. Я его открою, посмотрю. Смотрите, что она делает. Простой HTML-файлик. Бэкграунд наставится с картинкой вот такой. Меняется цвет на желтый. Несколько интеров. Параграф, да. Еще, короче, в общем, фигня. Пишется надпись Hello from ADV канал. Меняется цвет на красный текста. И выводится картинка. Все. В принципе, также этот же файл мы туда закидываем. Но там нужно немножко изменить, так как картинки, видите, у меня прописаны, как бы, что они лежат в коренной директории, так как это HTML-формат обычный. И вот они, эти картинки выделены. В Django все по-другому. Так картинки переносятся в другую директорию, они лежат вместе с HTML-файлом. Это нужно прописать. Давайте, наверное, сначала скопируем этот файл, короче, туда. Да, чего мучиться. Берем этот HTML, кстати. HTML. Уж я же там, по-моему, прописал его как HTML, да, видите? И копируем его вот сюда. Пасте. Да. И его нужно чуть-чуть отредактировать. Чуть-чуть-чуть. Вот он такой как-то дурацко выглядит. Короче, нам нужно отредактировать, просто картинки прописать по-другому. Вот и все. Как это делается? Немножко, да, как-то так вроде как криво, но что сделать? Короче, делается в самом начале HTML формата. Делаем load static. Он загружает статическую ерунду, все, что у нас там есть. И закрываются такие фигурные скобки. Теперь картинка выводится вот так вот. Видите, равняется. Теперь мы открываем вот так. Давайте пробелов немножко сделаю. Открываются фигурные скобки. Опять вот такой этот процент. Static. Название нашего файла. И, да, только у нас My Web Page 2 slash back image jpg. И закрывается это тоже вот так вот. И вот так вот. То же самое нам нужно прописать в этом, вот здесь, при image source, когда мы выводим source равен. И равен. И, может, здесь, по-моему. Так, секундочку, если я ошибся, не ошибся здесь нигде. Не, по-моему. Source равен. Открываем кавычку. Этот, как его, знак фигни. Static. Дальше название нашего My Web Page 2 slash Dennis. Все, закрываем это дело. Дальше высотой 500, шириной 350 и border 2 пикселя. Сохраняем. Если я не ошибся, я надеюсь, что я не ошибся, то в принципе все. Все должно чудненько работать. Это обычный HTML формат. Видишь, немножко он как бы, да, редактируется, изменяется. Ну, я надеюсь, что все будет работать и все у нас чудненько. Ну что, пора проверить. Запускаем наш сервер. Run сервер. Отличненько. Пошли сюда. Этот работает. Еще работает. Проверим, наша страничка админ работает.
давайте вернемся на эту. И что это написал? ADVIT, да? ADVIT. И наша страничка тоже работает. Это моя фотография на работе в Intel. Да, не помню, сколько-то месяцев назад. И, ну все, кажется, все заработало. Чётненько. В общем, я надеюсь, вы поняли. Немножко здесь оно, как бы, видите, расписывается директорий. В принципе, оно как бы такой порядок, и можно сказать. Ну, немножко как бы дурацко, да, почему-то нужно называть еще раз директорию. Но я думаю, чем больше у вас проект будет все больше и больше и больше и сложнее, тем это будет намного понятней, и почему нужно такое распределение файлов. Я думаю, все же, кто это создавал, далеко не дурак, как бы, который Django это создавал. Чем сложнее у вас проект будет, тем, я думаю, это у вас все будет намного больше и упорядочней. Ну все, будем учить дальше и записывать урок дальше. Да, этот уже, я смотрю, уже готов. Сейчас будем выкладывать его. Ну все, бай-бай.